эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Новые лица в избирательной системе Ленинского городского округа. Не будьте равнодушными к тому, кто пройдет в Московскую областную думу или в Государственную думу. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд «Ремень безопасности». С детишками сейчас наладилась, да, можно сказать, ситуация. Родители стали более серьезно подходить к проблеме безопасности детей. На улице Гаевского состоялся турнир по настольному теннису. Все, кто здесь живет, собираемся по вечерам, после работы, в будни играем в настольный теннис. Избирательная система – сложный механизм, где решающую роль играют люди. Члены участковых избирательных комиссий выполняют сложную работу, от которой зависит успешный результат любых выборов. Сегодня мы расскажем о секретаре УИК 3622 Юлии Одинцовой. Будучи активным человеком, год назад она нашла себя в новом общественном направлении. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Впервые с работой избирательного участка Юлия Одинцова познакомилась в 2020 году, когда вся страна голосовала за поправки в Конституцию Российской Федерации. Тогда в качестве наблюдателя она неделю тесно взаимодействовала с членами УИК и прониклась атмосферой. Слаженная команда – именно так Юлия характеризует работу своих коллег. В этом году нашей героине предложили продолжить путь в избирательной системе и войти в состав УИК 3622 в качестве секретаря. Первые для нее выборы в новой должности состоятся в сентябре. Буду агитировать людей, чтобы голосовали, приходили, чтобы их голос действительно был зачтен, а не так, знаете, как у нас люди могут говорить. Я не пойду, это все так, мой голос ничего не решает. Приходите, ваш голос, каждый голос что-то, но решает. Не будьте равнодушными к тому, кто пройдет в Московскую областную думу или в Государственную думу. В состав представителей участковых избирательных комиссий тщательный отбор. Попасть туда не так просто. Эта работа отнимает много времени и требует массу личностных положительных качеств. Общительность, дружелюбие, стрессоустойчивость. Избирательная система – это в первую очередь люди, которые напрямую влияют на результат любых выборов. Всеми этими качествами, по мнению коллег, обладает Юлия Одинцова. Я ей доверяю как себе. А очень важно иметь в команде людей, которым доверяешь. Потому что это надо и печать оставить, и документы какие-то. И есть такие моменты, люди никогда не задумываются об этом, что на самом деле это просто труд. Мы не принадлежим никакой партии, мы не занимаемся агитацией, мы просто исполняем свой дом, мы работаем. Да, нелегко будет, нам всем будет нелегко, но команда дружная, все поможем. В состав избирательного участка 3622 входят 11 человек. УИК располагается в Видновской детской школе искусств и пользуется большой популярностью. В сентябре здесь пройдут выборы депутатов в Государственную и Московскую областную думы. Подготовка к голосованию начнется за 2 месяца. Председатель участка рада пополнению в рядах своей команды. Уверена, что сделала правильный выбор в пользу Юлии Одинцовой. Избирательная система выбора, они всегда связаны с большим количеством общение с гражданами. Все у нас люди разные, каждому нужен индивидуальный подход. И, конечно, член комиссии, он должен быть как раз таким человеком, который, несмотря да, на настроение, на настрой избирателей, может корректно и доступно все это объяснить. Тем более, что за плечами Юлии многолетний опыт общественной деятельности. Проявила себя в период изоляции 2020-го. Занималась волонтерской деятельностью. Сейчас входит в состав общественной палаты и возглавляет комиссию по благотворительности. Является членом ассоциации председателей многоквартирных домов. Мне эта общественная работа очень понравилась, и я поняла, что она займет какую-то нишу в моей жизни. Почему нет? Если есть возможность, то мы поможем. Предстоящие выборы состоятся в условиях новой реальности в связи с эпидемиологическими ограничениями. Важно обеспечить безопасность здоровья избирателей. Все участки Ленинского городского округа соответствуют санитарным правилам. Голосование за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы пройдут в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. 2 недели назад мы рассказывали о том, что в поселке совхоза имени Ленина идет комплексное благоустройство территории. Между домами под номерами 3 и 11 сооружается новая спортивная площадка и несколько зон отдыха для детей и взрослых.
Представитель подрядчика заявлял, что работы закончатся в течение месяца. Но недоверчивые местные жители все же опасались, что реконструкция затянется надолго. Работы на площадках поселка совхоза имени Ленина начались в конце июня. В течение недели рабочие демонтировали старую спортивную площадку и покрытие и готовились к инсталляции нового спортивного оборудования. Работы проводятся под контролем руководства территориального отдела Картинска и депутатов округа. И хотя представители подрядчика уверены, что все сделают в течение месяца, времени им выделили с запасом. В этом году разыгрался конкурс, и мы благоустраиваем спортивную площадку, детскую площадку, зону тихого отдыха. Бюджет разыгрался там 10 миллионов. Сроки выполнения, ребята обещают выполнить все это за 30 дней, ну, я думаю, что это конец августа. Так выглядит спортивная площадка в настоящее время. Уже поставлены высокое ограждение и часть необходимого оборудования. Рядом началась установка тренажеров. Неподалеку в сквере ведутся работы по укладке новых пешеходных дорожек. Идут работы и на втором капитальном объекте. Здесь уже красуются новые лавочки, столы для игр в шахматы, под навесом и несколько тренажеров. Скоро начнется возведение канатной дороги для детей. Судя по всему, работы действительно закончатся в самое ближайшее время. И опасения местных жителей напрасны. Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу провели профилактический рейд «Ремень безопасности». Инспекторы напомнили автовладельцам о необходимости пользования в салоне удерживающим устройством. Подробнее в репортаже Галины Житковой. Городская магистраль – это далеко не скоростная трасса. Движение здесь строго ограничено правилами. Но всегда, к сожалению, находятся любители и прокатиться с ветерком, и без ремня безопасности. Вы всегда пристегиваетесь? Да. Молодцы. И ваш пассажир тоже? Да, конечно. А дети есть дома? Не знаю, может, на тренировке, наверное. Нет, ну вообще дети у вас есть? Конечно, есть. Пристегиваются у вас? Обязательно. Каждый третий водитель путешествует с непристегнутым ремнем безопасности, а каждый десятый перевозит детей без удерживающих устройств. Многие мотивируют свои поступки забывчивостью. Такая беспечность грозит тяжелыми последствиями для здоровья или вовсе угрозой для жизни. Ударяется, будучи пассажиром, либо водителем, грудной клеткой, об стойку там, или еще обо что-то, обувое, стекло. То тут уже становится понятно, что человек был или пассажир был не пристегнут. Либо бывают случаи, когда на скорости заднего сиденья вперед перелетают. В ходе профилактического рейда «Ремень безопасности» инспекторы обнаружили немало нарушений статьи административного кодекса. Водителям, что практикуют езду без ремня безопасности, выписан штраф. Для кого-то это незначительная потеря в бюджете, а некоторые, возможно, призадумаются, стоит ли снова так поступать. С детишками сейчас наладилась, да, можно сказать, ситуация. Родители стали более серьезно подходить к проблеме безопасности детей, пристегивают, используют специальные детские удерживающие устройства. А вот про себя любимых забывают иногда. Профилактические рейды на улице города проводятся постоянно. Поэтому раньше времени расслабляться водителям не стоит. Возможно, уже завтра вас попросят сфотографироваться с хэштегом «Пристегнись и улыбнись». Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. У нас в гостях заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатульна. Елена Валентиновна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня у нас речь пойдет о медотводах от прививок и QR-кодах. Расскажите, пожалуйста, поподробнее нашим телезрителям, как получить QR-код, кому он положен? Значит, у нас есть две категории. Категория QR-кодов получения после вакцинации, только после проведения второй вакцинации. Если у пациентов учетная запись подтверждена на госуслугах, то после проведения второй вакцинации они появляются в федеральном регистре вакцинированных от COVID-19. И данный пациент получает QR-код в своем личном кабинете, ну, который подтверждает вот это наличие проведенной вакцинации. Есть QR-коды. Если учетная запись будет у пациента не подтверждена, то тогда QR-код, конечно, пациент не получит. Ну, бывают еще, конечно, и ошибки, когда, если, значит, у пациента не приходит QR-код, но при этом учетная запись подтверждена, то надо обратиться тогда в медицинскую нам организацию для проверки сверки данных в системе ЕМИАС, нашей информационной системе, и федеральном регистре COVID, вакцинированных от COVID-19. Есть QR-коды от перенесенной инфекции, переболевшие. Значит, QR-коды
от переболевших получат только те пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, то есть, как говорится, переболели коронавирусной инфекцией не позднее, чем за 6 месяцев при лабораторно подтвержденном диагнозе. Что значит лабораторно подтвержденный? Это мазок положительный. Если у пациента был мазок положительный, он болел ковидом, то он автоматически поступает тоже в федеральный регистр уже заболевших от коронавирусной инфекции. И данный пациент также при наличии подтвержденной учетной записи получит QR-код переболевшего и медотвод, так называемый временный, на 6 месяцев. Но мы в последнее время смотрим, что на госуслугах приходит медотвод пока на 3 месяца, потом пролонгируется. Если пациент, некоторые говорят, пациенты к нам сейчас обращаются, говорят, мы переболели, у нас пневмония, у нас было матовое стекло, но мазок, мазка положительного не было. И этот пациент не считается лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, он не получит QR-код. То есть QR-коды только получают с лабораторно подтвержденным диагнозом, у кого был положительный мазок. Потому что они автоматически с лаборатории поступают в наш федеральный регистр именно заболевших COVID-19, и только такие пациенты получают QR-код. Если пациента, очень многие к нам сейчас, вот мы смотрим, наблюдаем, обращаются с высокими титрами антител, приносят анализы, при этом нигде регистрации о том, что он перенес коронавирусную инфекцию, нет. Такие пациенты QR-код получить не смогут. Мы можем, конечно, выдать такую справку, только такую информативную, что да, у пациента есть высокий титр антител, но это не является сегодня медотводом для проведения вакцинации. То есть и по последним уже методическим рекомендациям, которые нам дает федеральный Минздрав, если нет подтвержденного диагноза, то это не является временным медотводом для проведения вакцинации. А вообще кому положен медотвод? Есть ли сейчас такие категории граждан? Можете значит, сказать, у нас, да, есть как бы медотводы вообще делятся на временные, есть постоянные медотводы. Постоянные медотводы – это те, это если есть тяжелые аллергические реакции на проведение вакцинации. Это по типу анафилактического шока, отека квинки. Если были такие реакции, то в анамнезе, то да, тогда дается медотвод. Временный медотвод – это если имеются острые какие-то респираторные вирусные заболевания, на 14 дней, на 2 недели выдается медотвод. Это определяет только лечащий врач. Сами пациенты не могут определить медотвод по федеральному закону и вообще по всем нормативным документам. Также к временным медотводам относятся это беременные и кормящие матери. По кормящим мамам, потому что очень много тоже задаются вопросов, подтверждает факт, что в действительности мама кормит и находится ребеночек пока на грудном вскармливании, выдает справочку врач-педиатр, и после этого мама кормящая записывается все равно к терапевту, и терапевт проводит это все в системе нашей информационно-аналитической ВИМИАСе, что имеется временный медотвод пока на 3 месяца. У нас любые все медотводы временные или постоянные фиксируются врачебной комиссии. То есть лечащий врач пишет, потом еще председатель врачебной комиссии это все подписывается. Это утверждено протоколами, поэтому такие требования не придуманные нами, то есть все под строгим контролем. Также к временным медотводам это дети, вообще постоянным медотводам это дети до 18 лет. Ну и по поводу онкологии, о которой мы говорим, особенно при химиотерапии, онкологи только... Врачи определяют временный или это постоянный медотвод. То есть мы онкологическим пациентам все-таки рекомендуем на прием обратиться к онкологам. Если онкологи дают медотвод, тогда уже врач-терапевт все равно не записывает терапевту и проводится через систему ИМИАС этот медотвод. Угу. Елена Валентиновна, расскажите немного о сейчас ситуации с заболеваемостью в нашем округе. Значит, ну, как мы знаем, мы в июле месяце попали в третью волну, да, пандемия. Достаточно тяжелая волна. Вот этот индийский штамм, про который сейчас все говорят, он реально очень коварный оказался. Заболеваемость высокая. За прошедшую неделю у нас очень рекордное количество, значит, пациентов с коронавирусной инфекцией. За неделю 1000 случаев. Это у нас даже за предыдущие первые две волны таких не было за неделю случаев. Поэтому сегодня цифра заболевших уже 18 тысяч, более 18 тысяч. Поэтому мы, конечно, рекомендуем, я думаю, что максимально, когда все привьются, все-таки волна пойдет на спад.
спад. Хотя вот в пятницу мы немножечко увидели небольшое, вот небольшое прям снижение по количеству вызовов на дом и по госпитализации. А так, конечно, в действительности вирус коварный и поражает молодую возрастную группу. И поэтому теперь вот даже по, особенно возраст 20, от 20 до 35 лет, с тяжелыми осложнениями и с поражением легких, и с сердечно-сосудистыми осложнениями. Поэтому рекомендуем, конечно, продолжать вакцинироваться, не бояться вакцинации, чтобы как-то предотвратить эту инфекцию. Потому что протекает тяжело, и нагрузка, которую сейчас несет персонал на, с учетом и в стационаре, и на вызовах на дом, очень колоссальная. Ирина Валентиновна, спасибо вам большое за информацию. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина. Видновчане выбирают активные выходные. На улице Гаевского состоялся турнир по настольному теннису. На спортивной площадке встретились 7 пар участников, готовые бороться за звание победителя. Лето – пора активного спорта. Турнир по настольному теннису на улице Гаевского начался с самого утра. Принять участие в нем решили 14 человек. Они быстро разделились на команды. Играть предстояло в парах. А это значит, что залог успеха не в отличной технике одного человека, а в сплоченности партнеров. Каждый вечер здесь встречаемся с ребятами. Вот, дали им известность. Вот, уже дата была назначена месяц назад, все знали, готовились. Участники давно знакомы между собой, поэтому турнир получился насыщенным. Партнеры настолько сосредоточились на игре, что даже не обращали внимания на жаркую погоду. Они сначала отыграли по кругу, соответственно, каждый с каждым. В итогам данного предварительного этапа выбрано было 4 команды, которые встретились с собой в полуфинале. Первая с четвертым, вторая с третьим. И вот сейчас как раз на наших глазах разыгрываются финальные матчи за первое и за третье место, соответственно. Сегодня теннисная площадка пользуется популярностью у жителей ближайших домов. Недавно на одном из столов для пинг-понга заменили столешницу. Теперь покрытие здесь всепогодное. Поменять на площадке стоит и ограждение. Местные жители замечают, что старое приходит в негодность. Мы жители города Видного, пенсионеры, дети, молодые люди, все, кто здесь живет, собираемся по вечерам после работы. В будни играем настольный теннис, а в выходные играем даже целый день, суббота, воскресенье. То есть для нас это отдых хороший, и нам это очень нравится. Турнир продолжался около 3 часов. Большую часть времени шла борьба за победу. И это не случайно. Помимо грамот, медалей и кубка, победители получили сертификаты в «Спортмастер» номиналом от 1 до 3 тысяч рублей. Александра Столярова, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.